как я обещала, попробуем. Смотрите, какой он получился. Вот. Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчонки, хочу з вами поділитися сьогодні одним із таких вкусних, полезних, а самое главное, простых приемов пищи, простого десерта. Сочетание продуктов, которые вы сейчас увидите в этом рецепте, вы скажете мне: Лена, а что так можно было? Я когда приготовила, попробовала, я, девочки, была в таком легком, приятном шоке. Потому что, используя такие простые продукты, можно приготовить и готовить полезные приемы пищи, полезные перекусы, полезные десерты. И очень важно понимать, что мы с вами находимся в процессе своей стройности, не на диете. Это наш с вами образ жизни. Поэтому, кому этот рецептик понравится, кому этот рецептик будет необходим, потому что сладкоежки, которые любят сладкое, я уверена, сейчас сидят и говорят: я побежала готовить, потому что это безумно вкусно. Девчата, если вам этот рецептик понравится, напишите мне в комментариях, а что так можно было? Это будет наш с вами маленький пароль. Я увижу, что вам действительно этот рецептик зашел. Давайте меньше бла-бла-бла-бла, а больше дела. Давайте готовить. Девчонки, набор продуктов очень и очень простой. Мне понадобится кабачок, банан, яйцо. У меня отруби овсяные, также кироп, можно использовать какао и разрыхлитель теста. Сначала на крупной терочке я натру кабачок. Добавлю немножечко соли, чтобы кабачок пустил водичку. Так, мне понадобится блендер. Отжимая воду, если еще осталось, выкладываем кабачок в блендер. Вот водичка осталась. Беру один банан. Даже можно взять, вот эти, знаете, продаются такие полценки часто, темного цвета, они еще будут лучше, потому что они будут очень и очень сладкие. В данном случае я не использую сахарозаменитель, потому что вот сахар в чистом виде. Так, добавляю банан, одно яйцо, яйца у меня, девочки, домашние. Здесь у меня 2 столовые ложечки без горки кироба и пол чайной ложки разрыхлителя теста. Девчонки, всю граммовку, а также расчет КБЖУ я оставлю вам в этом видео в описании. И также добавляю 2 столовые ложки отрубей. И сейчас все это буду блендерить. Девчонки, вот такая вот масса получилась. У меня есть такая шикарная, шикарнючая форма. Я сейчас эту массу отправляю в форму. Можно выпекать в духовке, но я, девочки, буду готовить в микроволновке. Сейчас это быстро, духовку летом включать, ну, как-то дурной тон, поэтому сейчас отправляю в микроволновку. Мощность у меня высокая. Единственное, по времени я вам скажу, сколько мне понадобится в моей духовке, микроволновке. Но вы должны понимать, что мощности разные, разные производители микроволновок. Поэтому вы уже смотрите, я думаю, вы знаете, как проверить спичечкой или шпажечкой, зубочисткой проверить, не сырое ли тесто. Для приготовления моего брауни мне понадобилось 12 минут на высокой мощности. Ну и о чем я говорила, как же проверить, готов, не готов. У меня для этого есть что? Правильно, палочка из-под суши. Вот таким вот образом мы с вами тыкаем и смотрим. И как я говорю, вуаля! Вы посмотрите, какой красунчик. Я вам хочу сказать, что он получился довольно-таки влажный. Если вы думаете, что это будет сухо, сухонько, нет, девочки, это не сухонько. Это довольно-таки влажненько. Но это еще не все.
также, девчонки, безумно вкусная ожина ежевика. Вы посмотрите, какая красота у нас с вами получается. Еще немножечко кокосовой стружки, девчата. И вуаля! Я уже уверена, что вы пишете: «Лена, хотим знать, как эта красота выглядит внутри». И Лена, конечно же, идет вам навстречу и сейчас покажет, как же эта красота выглядит внутри. Ну, посмотрите, девчонки, какой он мягкий, какой он воздушный, какой он влажный. ПП-брауни из кабачка. Вы только посмотрите. Как и обещала, попробуем. Смотрите, какой он получился. Смотрите. Ммм. Ммм.